Второй раз три, да? Да, да, конечно. Надо отойти, наверное. Как он в уголочке? Постой, Сережка. Конечно, сейчас пишу, не шел хрустить. Молодец. Ну, вот, вижу, ну, там, на нас вообще плохо этому зайцу. Ну? Тихо, тихо, не ругайся, Серега, я снимаю. Отстает. Вот там крепкое место накидал. Нормально, нормально идет, нормально. Вот так ее и держит. Успел кидать, накидай. О, пошла вдоль, видишь. Вот так и пошел. Да, 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 да. Она правильно идет. Голосочек сладенький, да? Ну, музыкальный. Породный. Я сказал, что пойдет туда. Тем же переходом. Сейчас она вернется сюда. Да. Опять тем же лазом. Сейчас сюда крутанет. Опять. Да. Секунду. Да. 21 минута у ней был хороший, яркий гон. Перевидели два раза зайца в одной минуте и минута 45 секунд. После 4 минуты уже, видно, зайчик стал отрываться. 4 минуты там с перемолчками был. И она скололась в 17.03. 15.03, правильно. Перепутал. По белорусскому времени. За 20 минут она не выправила скол. Поэтому она расценена. Заяц перевиден. Палаш шестерка, добычливость тройка у второй половины второго напуска. Мастерство 13. Чутье 6. Вязкость 12. Сила голоса 6. Музыка 3. Хороший чистый голос. Звонкий, музыкальный. Верность 5. Нигде она не дала лишнего. Аппаратность 7. Послушание 5. 66, но без дипломы.